В области магнитно-резонансной томографии врачи давно сталкиваются с дилеммой. Найти магнитно-резонансную систему способна обеспечить высокую напряженность поля без ущерба для комфорта пациента. Подобная идеальная система никогда не существовала до настоящего времени. Новая система диагностики – это магнитно-резонансный томограф с открытой конструкцией, предназначенной для обеспечения комфорта пациента, обладающей высокой диагностической эффективностью и успешно используемой для наиболее сложных клинических исследований. Ориентированная на пациента, система МРТ с панорамным видом пациента, большим вертикальным зазором томографа, столом большой грузоподъемности, выдерживающим вес тела до 140 кг, обеспечивают наиболее комфортные условия сканирования. Открытая конструкция и возможность проведения МРТ для пациентов с большим весом позволяют провести МРТ-диагностику тем пациентам, кто испытывает приступы клаустрофобии высокопольных МРТ закрытого типа, а также маленьким детям от 5 лет и старше в присутствии их родителей. Дети и пожилые пациенты легко переносят проведение МРТ в открытом контуре, что существенно расширяет спектр применения открытых томографов. Открытая конструкция томографа позволяет проводить МРТ пациентам с большим объемом отдельных участков тела, которые физически не умещаются в тоннельный томограф закрытого типа, где существует ограничение в 70 см на диаметр самой трубы. Ультрабыстрые градиенты позволяют добиться бескомпромиссного качества изображения, удобства для работы медперсонала и поддержки широкого спектра клинических МРТ-исследований. Благодаря этому можно проводить МРТ внутренних органов на открытом томографе, в том числе магнитно-резонансную томографию брюшной полости и органов малого таза. Для пациентов, страдающих боязнью замкнутого пространства и приступами клаустрофобии, это единственная возможность сделать МРТ внутренних органов. Ультраширокий стол и расширенные характеристики его бокового движения обеспечивают универсальность для самых сложных МРТ-исследований. Постоянно появляются новые возможности применения магнитно-резонансных томографов с открытым контуром, благодаря новейшим научным разработкам в области лучевой диагностики. Врачам и пациентам больше не придется выбирать между комфортом и клинической эффективностью открытого МРТ-аппарата.